Спасибо за подключение. Слышно? Да-да. Слышно. Мир всем. Я вас не слышу. Почему? Молитися будемо. Ну ладно, офис мы уже обсмотрели, брата Сергия Игнатова, далее что? Расходиться можем или что? Молимся и... Молимся. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подачелю приди силися мне, и очистины от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Господи, благослови наше занятие, не дай уклониться ни направо, ни налево от истины. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Так, меня слышно хорошо? Хорошо. Хорошо, да. Если говоришь в микрофон, Сережа. Да. А если удаляешься от микрофона, то пропадает потихоньку. Сейчас буду говорить в микрофон. Книга Откровений Иоанна Богослова. 2:6. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Толкование. Что это за дела николаитов? Николай, один из первых 7 дьяконов, был потом в Самарии епископом, но вместе с Симоном уклонился от правой веры. Его обвинили в ревности, ибо он имел весьма красивую жену. Дабы отвлечь от себя такое подозрение, он отдает свою жену другим в удовлетворение их похоти. Рождается страшная ересь, учившая, что для победы над похотями плоти надо их удовлетворить. Можно себе представить, каким мерзким делам плотской жизни вело это учение. Исполняй требования похоти и победишь их.
Об этих делах сам Господь сказал, что ненавидит их. Как это страшно попасть под ненависть Христа. Есть ли в наше время учение Николаитов? Есть. И широко распространено. Это нынешнее учение, преподносимое народу атеистами. Они учат угождать плоти всем ее потребностям. Угождай плоти, ибо ты безнаказан и живешь один раз. Да здравствует свободная любовь! Не сошелся характером? Разводись, живи со следующей, свободная любовь. Сегодняшние николаиты учат, что через разводы, угождение плоти, побеждаются определенные семейные проблемы. Разводы растут, как снежный ком, а нам по-прежнему говорят, что только через угождение плоти победим плоть. Нам говорят, что когда достигнем благосостояния народа, то есть удовлетворим все запросы плоти, тогда исчезнет грех, не будет воров, убийц, завистников и так далее. Это ересь николаитов сегодняшняя. Дела николаитов ненавидит Христос. Через эти дела похоть плоти не побеждает, а только более разжигается, падает нравственность, разваливается я, процветает преступность. Вопросы? Вот чем опасны еретики? Ведут к угождению плоти. Угождение плоти ненавидит Христос. И все они, вот эти еретики, сектанты, все говорят почему-то о любви. Любвиизм такой везде у них процветает. А любовь есть исполнение закона. А исполнять они не хотят, а хотят лишь удовлетворять похоти свои. Вот в чем опасность. Любовь Христова – это есть исполнение закона. А угождение плоти – есть борьба против Бога. Христос ненавидит. А не Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог всех любит. Бог любит грешников, кающихся. А грешников, которые укоренили в своем зле, воров, прелюбодеев, убийц, разводящихся, это прелюбодеи. А что это? Действительно, проблема в семье развелся, взял другую проблему и исчезла. Да не исчезла, еще больше стало. Вторая тебя также будет ненавистна. Третья, четвертая, пятого возьмем. Вот у мусульман, у них все законно, можешь хоть сколько раз жениться, главное официально. К муле подошел, сказал, он тебе благословил, и все. И вот подчеркну, которые я ненавижу. То есть у Христоса он не любовь, как понимание еретиков. Он ненавидит. И он к этой церкви говорит, и хорошо, что ты этих тоже ненавидишь. Дела. Надо еще, понимаете, разделять. Ересь и еретик. То есть еретиков-то нужно с ними кротко обращаться. А ненавидеть саму ересь. То есть само вот это вот учение, атеизм. Оно ненавистно должно быть нам, христианам. Но атеисты, они должны быть в наших очах как потенциальные христиане все-таки, которым Бог по милости своей может дать покаяние в этих делах. Примеры этому очень много. Был злодей, гнал церковь, стал Павел. Вопросы по этому стиху есть. И еще хотелось бы обратить внимание, кто такой был вот этот Николай,
ересь николаитов. Читаем толкование. Епископ. Поэтому раскрывать рты и там говорить, что вот батюшка сказал, этому самый главный ересь церкви-то и есть. Понимаете? И вот споры возникают о Осипове, понимаете, что учит священников, но такую древнюю ересь поднял и начал ее с кафедры провозглашать, что Бог не может вечно мучить людей. Мучения когда-то прекратятся. Льстит слуху это учение? Конечно, льстит. А что после этого хочется? Это грешить хочет. Бог милостивый, простит. А если бы учили не прекратятся, бойся, вечно будешь мучиться, не прикасайся. Страху нагнали, что человек страхом спасается. Он же Игнатия Тихоновича мама, она вообще верит, ну, 3 класса образования, но страху на детей нагнала. И вот благодаря этому страху, вот, они сохранили себя от страшных пороков. Я так говорю, Игнат Тихонович? Было такое? Вот ты же знаешь. Я-то знаю, то слушатели, может, скажут. Говорить что-нибудь. Вот. Идем дальше, значит. Откровение 2.7. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Толкование. Вот что Господь имел сказать Ефесской церкви. Такую похвалу и такой укор. Мы же должны испытывать себя, в чем мы, в кавычках, ефесяне, а в чем нет. И что должно делать. Поэтому Христос и призывает, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Семикратно в этих посланиях прозвучит этот призыв. Мы все имеем ухо, чтобы слышать. Но что слышат наши уши? Они слышат безбожную пропаганду, они слышат скверные анекдоты и хульные слова, они слышат поэмы, спектакли, симфонии, они слышат близких друзей, учителей, начальников. Они слышат ложные еретические толкования, неустанно звучащие из сектантских кафедр. Но слышат ли они, что Дух говорит церквам? Дух с большой буквы. Слышат ли они, что говорят истинные пасторы церкви, что говорят богомудрые учители, святые отцы, бывшие трубами Духа Святого? Слышат ли наши уши, что говорит Дух церквам через события нашего века? Падение нравов, проповедь Евангелия во всем мире. Слышат ли наши уши, что непосредственно нашим сердцам говорит Дух Святой? Слышат ли, что Дух говорит нам? А ведь мы оставили первую любовь. Далее следует обетование. Побеждающему, тому, кто трудился, терпел, не сносил развратных, обличал ереси, ненавидел дела николаитов, а главное, победил себе потерю первой любви. Это душа, горящая пламенем первой любви ко Христу. Какое же ей обетование? Там вкушайте от древа жизни, которое посреди рая Божия. Что за вкушение? Среди рая было насаждено некогда 2 дерева. Дерево познания добра и зла и древо жизни. От древа познания человек не должен вкушать. Но он вкусил и познал бездну греха. После этого ему уже нельзя было вкушать от древа жизни, ибо тогда он увековечен был бы в своем греховном состоянии,
и никакого спасения ему уже не было бы. Так, смерть стала не только возмездием за грех, но и выходом из греха. Поэтому Бог изгнал человека из рая, поставил херувима с пламенным обращающимся мечом, чтобы никто не мог уже войти в рай. Ныне же, вернувшись к Богу, вновь усыновленные им в крещении, имеющие в своем сердце первую любовь ко Христу Спасителю, обретают право на возможность вкушать от древа жизни. Древо жизни – это крест. На Голгофе считается, на месте упокоения Адама, в кавычках, проросло как бы древо крестное, несущее миру большой буквы жизнь. Плод этого древа, плоть Сына Человеческого, вознесенного на крест, она на кресте, как плод древа крестного. От этого плода обетовано вкушать ныне победившим христианам. Древо это посреди рая Божия, Церкви Христовой. Не на окраине рая, а посредине, в самом сердце Церкви. Великое и страшное таинство Святой Евхаристии, где от святой чаши верные приобщаются тело Христово, кушают от древа жизни. Особое вкушение от древа жизни уготовано в вечность. В 22 главе Апокалипсиса мы увидим, что в небесном Иерусалиме будет древо жизни, от которого будут вкушать победившие. Вводимые в рай от вкушения плодов древа жизни обретают жизнь вечную. Пожалуйста, если у кого есть вопросы. То есть древо жизни, оно и сегодня уже есть в церкви, и в 22 главе видим, что и в небесном Иерусалиме будет такое древо. Вот. И хотелось бы обратить внимание на то, что это древо жизни Господь уготовил тем, кто побеждает. Побеждающему дам вкушать от древа. Побеждающему. А если не победил грех, так и не причащайся. Есть такое понятие, называется как самоотлучение от причастия. Сегодня же все перепутано в церкви. То есть человек, чем больше грешит, тем его побуждают к более частому причащению, ну и к более частой исповеди. Чаще исповедоваться, это я понимаю, но чаще причащаться, когда человек не побеждел, не победил еще грех, это вот недостойно причащается человек. Он не рассуждает о теле Господнем, который за него умер. Он предает Христа грехами своими. А некоторые скажут, так невозможно победить грех никогда. Все мы немало согрешаем. Грех рознь, мы уже это проходили. Вот. Есть грех осознанный, который человек знает и грешит, и знает, что это грех. А если человек может говорить, грехи в ведении, не ведении, есть еще в неведении, он не знает, что это грех. Знаете, если человек вот нечаянно споткнулся, упала овечка, шла, она спустила бревно, она споткнулась, грязь упала, так она встала, отряхнулась, исповедовала грех, дальше пошла. Свинья споткнулась, упала, в лужу лежит, лежит, хрюкает дальше, а дальше там лежит в этой грехе. Вот, два греха, то есть овечка в грязи выразилась в грехе и свинья. Свинья продолжает в этом грехе, выводит в лужу, в жизни лежать и хрюкать. А овечка отрицается, идет на исповедь, плачет, все, ей не свойственно быть свиньей, а в овце. Не свойственно чистой быть. Кошку возьмите, она постоянно себя вылизывает, я не видел, что там кошка
кошка грязная, долго ходит. Ну, себя выживет. Овечка тоже. Она вот. Понятно, на чем он добрый? Побеждающим. И Господь силен дать эту победу. Кто-то отчаивается, а я никогда грех не прощу. Вот это и есть грех отчаяния. А Господь меня никогда не простит. Тоже ныне отчаяние попадает человек. Это от неверия. Все могу утерпляющим на это все. Молись, проси, Господь дать силу победить грех. Какой бы ни был, как бы тяжко человек ни пал, Господь силен поднять его из самой глубокой бездны. Так, если вопросов нет, то перейдем к Смирнской церкви. По Эфесской, значит, ну, вопросов нет, да? Похвалил за то, что церковь ненавидит дела Николаитов. А в чем же упрекнул ее, давайте вспомним. А в том, что потеряла первую любовь. И что за первая эта любовь, мы порассуждали. Вот. Если есть первая любовь, то есть вторая, третья, как бы логично. Давайте вспомним, кто помнит, освежим в памяти и перейдем дальше уже к смертной теме. Про первую любовь рассуждали, ну что же это за первая любовь? Ну, мне попадается, наверное, да? Давайте. У тебя был вопрос такой. Как да. Ответ во второй строчке. Помни, откуда ты не спал. Помни, когда тебя в последний момент остановили на краю пропасти. Это бесценная вещь, которую ты получил. От смерти к жизни. Вот. И мы забываем об этом. То есть момент, когда не мы знаем Господа, а он, может быть, нас узнал. И это и есть первая любовь. Это незабываемое, что-то, то, что нельзя охватить никакими линейками, ни руками измерить, ничем нельзя измерить. Это та благодарность и то, что вечности мы пронесем. То есть, когда мы последний момент перед последним шаге от черной бездны были спасены от нее. То есть это благодарность за жизнь. Это большая любовь. Да, то есть ты понял, что первая любовь это вот благодарность за Господу, ну и любовь, соответственно. Ну конечно, это одно, это не то, что как. Что значит благодарность? Это. Это жизнедалец. Я живу и дышу. Только я просто был вытащен из пустоты и наполнен сутью. Я живу этим. То есть это есть эта первая любовь. А бывает такое, что вот я просто об этом целую неделю думаю, суета, и мы забываем, и мы делаем какие-то вещи механические, и попускаем себе какие-то вещи. Я про себя говорю. В этой суете, и только мы к Богу приходим от занятия к занятию, от службы к службе, а между этим. А где жизнь-то? Вот. Где это первая любовь? Где? Мы пометовали. Да, то есть ты сейчас вот от благодарности переходишь вот к этой вот к суете. Я хочу просто напомнить, что нам говорит на эту тему Феофилакт Болгарский. Вернее, может быть, даже и не он, а Геннадий Фаст, составитель этого, откуда он, кого цитировал в этом моменте, я сейчас затрудняюсь ответить. Но толкование вот мы имеем, и вот от первой любви я просто хочу напомнить. Мы часто любим Господа второй любовью, третьей, четвертой, седьмой, десятой. Первой любовью мы любим себя, второй свою семью, третьей свою работу, четвертой каких-нибудь людей, и только где-то там вдалеке, на последних местах у нас Христос. Таковы часто христиане.
а Христос требует к себе первой любви. И далее цитата. Кто отца или мать любит больше меня, тот меня недостоин. Первая любовь должна быть посвящена Христу. Аминь. Но в моем понимании Игнатий Тихонович еще глубже копнул. Суть, в корень этого, вот откуда эта первая любовь и понимание, что в первую очередь все хорошо с Господом, тогда у тебя, как говорится, если Господь Бог на первом месте, то все остальное будет на своих местах. Это следствие вот этой памятования того решающего момента в своей жизни, когда из ничего ты хоть начинаешь приобретать какое-то осмысление и себя, и окружающих в том числе. Конечно же, замечательное толкование. Я размышляю каждый день, вспоминаю, и это, ну, не знаю. Так, ну, наверное, самый мощный комментарий от Игнатия Тихоновича за всю историю всех прослушиваний Ютуба и общения. Да. Для меня. То есть, ну, можете каждого свои, как говорится, нюансы. Итак, если вопросов, значит, по Эфесской церкви нету, то переходим к Смирской. Книга Откровений, 2 глава, 8 стих. И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Толкование. Смирская церковь показывает нам иную сторону церкви. Если в Эфесской церкви бурная, активная деятельность и отсутствие любви, то Смирская церковь показывает нам то Смирская церковь – это гонимая церковь. Это приятие страданий за имя Христова. Само название города Смирна говорит о страданиях, ибо Смирна – это благовонная масть, которой умощали покойник. Символ страданий и смерти. Все остальные церкви были в лучших условиях, и казалось, что именно этот светильник вот-вот угаснет. Но вот что примечательно. Ныне, через 19 веков, из всех тех 7 городов не осталось ни одного, кроме Смирны. Называется он теперь Измир, Турция. Смирнская, одна из двух церквей, Филадельфийская, не получивших никакого укора от Господа. Это говорит об очищающей силе страданий. Пророк Даниил 11.35. Ангел Смирнской церкви, говорится, по указанию древнехристианского историка Евсевия, история церкви 4.14. Здесь должно, по-видимому, разуметь святого Поликарпа, епископа Смирнского, ученика апостола Иоанна. Как страдающий, гонимой церкви, Христос определяется ей как первый и последний, и этим утешает ее. Все твои страдания временны, все это скоро пройдет, а первый и последний – это я. Христос ваш Искупитель. А если я начало и конец всему, то не стоит ли всем пожертвовать ради меня? Вы страдаете, но ведь я страдал. Ибо я тот, который был мертв. Я претерпел все страдания. Я принял терновый венец, крест. Да, я был мертв, а теперь смотри, все жив, оказавшись верным свидетелем. 1 глава 5 стих. Возлюбив до конца,
Иоанна 13:1. «Я не был оставлен Богом во гробе. И теперь говорю вам, страдальцам Смирне, я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна 14:19. «Будьте верными свидетелями мне, и замучившие вас также не найдут вас среди мучающихся, как не нашли меня среди мертвых, умертвившие меня». Вопросы? Вот что такое сила страданий. Христос, он был сделан совершенным, сделан совершенным через страдания. А почему мы считаем, что у нас другой путь? Конечно. Там говорится о другом совершенстве. Подождите, именно что-то я пропустил, видно, на уме что ли был. Кто через страдания стал совершен? Христос? Что такое я слышал сейчас? Да, мне тоже да. Так просто, как будто серпом там по сердцу. Он был совершен был при рождении. Ну так, давайте почитаем Писание, как где это об этом напрямую написано. Что он был это ключевой момент. Получил совершенство через страдания. Где это не Нет, он был совершен. Сделал совершен через страдания. Евреям 12. Евреям 12. Читаем. Хорошо. Для меня это открытие, братья. Ну, да, евреям 12. Да, еще Их, вы сказали, что Христос стал совершенным через страдания. Где это сказано? Резануло слух, братья. Так, Двенадцать, так, что ж такое? Так, а стих, ну-ка, Михаил Федорович, раз вы это самое, пожалуйста, скажите, какой стих? Моя память отшибла. Да надо же, вот, после какого стакана? Отделяем 20 тысяч. Кроме крапления, говорящие лучшие... Не, ну кто это сказал, пусть тот и скажет, где и откуда это он берет. Ник, откуда вы взяли, что Христос стал совершенным через страдания? Да еще по Священному Писанию. Вот это вот я чье-то такое вот. Сергей, помолчи маленько. Ник, тебе вопрос. Да, сейчас, где, значит, Евреям 2.10 можно прочитать. Сейчас я найду. Просто я поиск запускаю, а я так... Евреям 2.10, читайте Евреям 2.10. Сейчас, надо руки перепрыгнуть. Я нашел. Ибо... Так, кого так шумно тут? Микрофончики отключите, пожалуйста. Ник, поможете? Да, у меня... Извиняюсь, не отключается. Я все-таки прочту. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. То есть, понимаете, что здесь говорится, ибо надлежало тот, чтобы он совершил страдания для очищения нас, совершил через страдания, вождя спасения их. Ну никак не сам очищался через страдания. Ну, вот смотри, там с мелкой буквы написано «Вождя спасения нашего». Ну вижу я это, да, это я вижу. Ну, почему? Объясни, если можешь. Не знаю, сейчас будем смотреть греческий текст, подстрочный перевод. Или думаешь, ошибся? Да нет, я просто думаю, что там хотели сказать этим делом. Вот что. Здесь нету слова совершенство. Приводящего многих сынов в славу.
Вот это место очень интересное, ключевое. И его Осипов, которого вы гоните, толкует правильно. Ну, прям так, так загнали бедного Осипова, ну, прямо деваться ему некуда. Бедняк, да? Ему не есть куда деваться, вы куда денетесь? Сейчас. Осуждаете. И вас трясет прямо, если другие спасутся. Вот в чем дело-то. Да нет, ну мы наоборот рады для того, чтобы спасутся. Для того и проповедуем Слово Божие, чтобы спаслись. Я ненавижу дела еретиков, которые утверждают это. Так, Христос это одобряет. Так, а это ересь, что наказание не вечное. Нет этого священного писания. Священное писание обратное. Так, подобало же ему, из-за которого все, и через которого все, многих сыновей в славу ведшего предводителя спасения их через страдания сделать совершенным. Так, ведшего предводителя. То есть... Вот тогда выходит логически, что Христос несовершенный, архигон. Если читать вот эти слова... Это интересно. Вы вот смотрите, здесь вот ему, ну в греческом языке все с маленькой буквы пишется. Там может, поэтому вот ведшего. Так вот. Я думаю, агагон, что... Агагон-то... По телу сын человеческий имел смертное тело. То есть безгрешное, но смертное. Но через страдания сделал совершенным, исправил суть в самом себе, по сути дела. То есть он вот такое толкование, как бы, вот у Осипова большая лекция, кстати, по этому поводу действительно есть. А как сын человеческий, да, предводитель спасения, наш пример. Мы имеем такую же плоть, только еще и спасли придачу и короба. Это мы. Нет, но мы ее можем исправить через Христа. Во Христе. Все, что мы доделаем, он доложит, не переживай. Да. Дело в том, что Игнатий Николаевич не был бы совершенным. Игнатий Тихонович, вас хочется послушать. Вот на... Если бы не был совершенным, то и страдания его бы не были бы... Сергей, ведущий я. Хорошо. Давайте помолчим маленько, послушаем Игнатия Тихоновича. Ты, Сергей, открой, где это написано в третьем томе, и толкование прочитай. И ничего больше не надо. Открой. Какая глава, какой стих, скажи всем. 2:10 евреям. Откройте евреям 5 глава и 8 стих. Благодарю. Евреям все-таки 2:10 или... Да, и то, и 5 глава, 8 стих. Это о другом. Давайте начнем с Евреев 2:10. Давайте 2:10, где прямой текст. Да. Евреям 2:10. Еще раз считаю, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу вождя спасения, их совершил через страдания, толкование. То есть отцу, от него все, то есть он виновник всего, отец.
смотри, выражение «от которого» отнесено к отцу. Если бы это было унизительно и величествовало только сыну, оно не прилагалось бы отцу. Пойми же, что означает выражение «от которого». Так как сказал «для», по-славянски «ради», которого все, то чтобы кто-нибудь не подумал что-либо нелепо, именно что он нуждается во всем, это предлог «для» имеет такое значение, как, например, если скажем «ради по причине человека создана тварь», то апостол прибавил выражение «от которого», объясняя, что «для», «ради которого» нужно понимать так же, как «через него», то есть что от него произошло в чем. Поэтому, когда говорится «и о сыне, от которого принимай», это вместо «от него». Это имеет связь с предыдущим, славою и счастью увенчал. Смысл слов такой. Отец поступил достойно своего человеколюбия, что первородного из всех сынов, имеющих насладиться славой его, явил славнейшим из всех через страдания, чтобы показать и прочим, как должно переносить страдания. Далее, вождя спасения, то есть вином. Смотри, какое различие между им и нами. Хотя и он сын, и мы сыны, но он спасает, а мы спасаемся. Мы соединяемся с ним и снова разделяемся. Далее, сущего, приводящего многих снов в славу. Через это соединяемся. Вождя спасения их через это разделяемся. Заметь, что страдания – совершенство и средство ко спасению, что пострадавший за кого-нибудь не ему только приносит пользу, но и сам делается славнее и совершеннее. Под совершенством разумеет здесь славу, которой он прославил. И ее понимая в отношении к человечеству, или что по природе он имел славу, только среди нас был бесславен, так как не был узнан. Когда же после креста узнан был и прославлен, то говорят, что воспринял славу, которую имел по природе, а не от нас получил. То Кирилл совершенством называет бессмертие, которого не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресенье. Когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним. И всю природу он удостоил этого совершенства. А куда делось слово спасения нашего? Я забыл. Я просто отвык, что эти вот... Нашего, найди в своем толковании. Ну а чего еще? Ваше... Ты его не дочитал? Нету его. А в Евангелии есть. Вождя спасения нашего. Вот в чем суть. Там написано «их». Спасение нашего. Спасение их. Евангелие. Спасение их, а не нашего. Читай Евангелие, это опять, это 10 стих. Ну ты сам учитай, что ты меня под язык-то залазишь? Да я не могу, у меня... Ну ты не можешь, я тебе... Что? Ты не можешь, тогда и не влезай, тогда тебя сейчас отключу, сейчас опять... Да не надо так разговаривать. Ребята, по памяти человек цитирует, там так написано. Выводящего многих сынов славу, вождя спасения их совершил через страдания. Там нет такого, что наших. То есть это по памяти, наверное, прибилось. Память надо упрямлять и развивать. Толкование, в общем-то, понятное, адекватное. Достаточно на эту тему. Да. Братья, Иоанна Златоуста тоже очень небольшой, вот на 10 стих, можно прочитать, там как раз таки вождя спасения их. Да. То есть, вот, можно его прочитать, если не против. Давай.
Да-да. Здесь он говорит об отце. Видишь ли, как в отношении к нему употребляет выражение «им же». Он не сделал бы этого, если бы не было унизительно и приличествовало только сыну. А смысл слов его следующий. «Бог сделал, — говорит, — достойное своего человеколюбия, явив первородного, славнейшего всех и как бы ротоборца мужественного и превосходящего других, представив его образцом для прочих, вождя спасения их, то есть виновника спасения. Видишь ли, какое различие между им и нами? Хотя и он сын, и мы сыны, и он спасает, а мы спасаемся. Замечаешь ли, апостол и соединяет нас и разделяет, приводящего, говорит, многих сынов в славу. Здесь соединяет вождя спасения их, здесь напротив разделяет, совершил через страдания. Следовательно, страдания, совершенство и средства к спасению. Видишь ли, что терпение страданий не есть знак отверженных. Ну, там еще дальше, ну, наверное, дальше уже достаточно, да? Достаточно. Давайте немецкой церкви приведем, не будем заострять на это внимание. Ладно. Все понял, слава Богу. Ой, простите, нашел я эту, открыл. Нету слова нашего, где-то я в другом еще что-то находил. Их правильно. Отвращает, да. Прежде чем что-то утверждать уверенно, под собой почву иметь твердую. Откровение 2.8. И ангелу Смирской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Это мы. Так, это мы прочитаем, да? Вот 9 стих. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но борище сатанинское. Толкование. Значит, смирцы из стесненных обстоятельств, гонения, находили возможность творить дела, которые принял сам Господь. Сколь часто мы, оказавшись даже далеко не в столь стесненных обстоятельствах, как те, не отваживаемся на христианские дела. Свое бездействие мы часто оправдываем условия времени. Коль редко приводим детей и молодежь ко Христу, как незначительно их христианское воспитание и обучение. Как мало непрекровенного обличения и исправления наших сегодняшних грехов. Не должны ли и мы в наше богоотступническое время все равно творить дела, о которых Христос сказал, что Он их знает? Помоги нам, Бог. И с другой стороны, Христос как бы говорит усмирно. Вы гонимы, и никто не видит тайных дел вашего милосердия, но знаю их я. Я и скорбь вижу. Немцы терпели многие скорби. А у нас порой бывает такое, что мы сами знаем нашу скорбь. Все наши мысли заняты нашими скорбями. Нам нравится ходить в ореоле наших скорбей. Но знает ли наша скорбь Христос? Ведь важнее не то, что мы страдаем, а то, чему мы в страданиях научаемся. Мы нередко озабочены, что о наших скорбях, чтобы о наших скорбях знали иные. Знали многие, а недостаточно ли скорбящему, если знает его скорбь, сам великий страдалец Христос, далее сущее, и нищету, ибо в гонениях христиане часто лишаются своего имущества.
Так было в древние времена при гонении первых христиан. Так было и в гонения во времена последующих. Но эту нищету видит глаз человеческий, Божие же око видит иное. Впрочем, ты богат. Где человек видит нищету, там Бог часто видит богатство. Претерпевая нищету, земные богатства, ты богат духовно. Как зачастую духовно жалкий и бедный сильный мира сего. Великие скорби потерпевали первые христиане от иудеев, распяв Христа. Иудеи не могли слышать ни имени Его, ни учения Его. Не имея особых возможностей преследовать христиан, ибо сами были подчинены кесарю. И вообще не имея права гнать христиан из язычников, они в бессильной ненависти злословили христиан. А злословие людьми искренними переносится не менее тяжко, чем физические страдания. Своих же христиан из иудеев они преследовали. Деяния 7.9. Господь здесь говорит о них, что они только говорят о себе, что они иудеи. А на самом деле не таковы. Это они сказали некогда Христу. Отец наш Авраам, Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамова делали бы. А вы делаете дела вашего. А вы делаете дела отца вашего. Ваш отец дьявол. Евангелие от Иоанна, 8 глава 39, 41, 44. Вы творите дела не Авраамовы, а дьявола. Здесь упоминается убийство и ложь, гонение и злословие. А потому вы сборище сатанинское. Так бывает и в наше время с нами, православными христианами. Мы новозаветний Израиль. И по праву говорим, что от Авраама, от Христа, начальника нашей веры, от апостолов, ибо церковь наша, имя основано, их учение содержит, апостольским священством окормляет. Оно в действительности, однако в действительности мы часто бываем не таковы, ибо нет Духа Христова и дел апостолов. Когда Христос вошел в иудейский храм, то назвал его вертепом разбойника. А что скажет он нам? Не образуем ли мы вертеп разбойников и сборище сатанинских, да, будучи верующими, продолжаем творить дела тьмы? И еще, когда апостол Иоанн говорил о сборище сатанинском, не о тайном ли масонском обществе пророчествовал, подготавливающим престол Антихристу и противоборствующим христианам? Вопрос. Вопросы? Вот здесь Господь указывает на дела. То есть не всякий, называющий себя иудеем, на самом деле иудей. Не всякий, называющий себя православным, на самом деле православным. Дерево узнается по плодам. Если плоды худые, то есть дела злые, то и дерево худое, никакой не православный. А кто же он тогда? А сборище сатанин. Называют себя православными, называют себя иудеями. Попробуй сейчас кого-нибудь назови. Сборище сатанинское. Чего ты судишь сразу начнешь? А это об этом нам Евангелие говорит.
Об этом Христос открывает Иоанну Богослову свое. Вот это. И он пишет апостолу, вернее, ангелу, епископу этой церкви. Каково это было им читать? Давайте вообразим себе, что мы вот община, и ходим, молимся, и исповедуемся, причащаемся, и нам приходит письмо, которое мы считаем, да вы, какие вы христиане, какие вы православные, вы сатанисты, самые настоящие. Мы сатанисты, да мы знаем сатанистов. На кладбище вырывают там могилы, там что они там делают, я не знаю, примерно. Там у них звезда перевернутая, рога, вот они сатанисты, а мы какие же сатанисты? Христиане. А Господь говорит, нет, вы сборище сатанисты. Ну а за что их Господь так назвал? Они злословили тех, которые страдали. Понимаете? Христиан гнали, в темнице сажали, там, убивали, а те их поносили. Это еще сильнее приносило скорбь истинным христианам. Ладно, там посадили, там, ему, но когда злословят их, клевещут на них, проклинают их, которые ведут жизнь святую, никому не нужно. Вот это действительно приносит страшные скорби. Скажите вопрос, можно? Да. Сергей Минск, всех приветствую участников. Скажите, а что, это нельзя ли отнести к страданию, к награде от Бога? Потому что Павел там есть где-то говорит о том, что если вы страдаете за истину, но главное, чтобы никто из нас не пострадал как вор, там, разбойник, я точно не помню. Вот. А если за Христа, то радуйтесь. То есть это не награда ли? Все-таки. Спасибо. Награда, да, ибо и Христос страдал, и мы, христиане, должны быть готовы пострадать за Христа, за истину, за правду. Но искать этих страданий самому не нужно. Дабы не искушать Господа, так? Да, 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 не искушать Господа. А есть некоторые среди нас, которые хотели страдать. Хотели. Однако. Одумались. Все вы зеркалом да зеркалом, дядь Миша. Ну что ж так, ну нельзя. Почему нельзя? Ну потому. То у каждого свое разумение, кому по мере возможности, что Господь открывает и дает веры. Ну вот. Вот, Михаил Федорович, вы бы хотели бы умереть за Христа? Нет. Нет. Так вот и плохо, какой вы христианин. Я готов пострадать за Христа. И страдал. Вот, и умереть. Пострадать и остаться живым и дальше. Нет, я говорю дальше. И умереть за Христа. Только что впереди вы сказали нет. То да, то нет. Я говорю, готов. Это другое. Или хочу. Святые отцы говорили, не напрашивайся на страдания. Вот я к чему говорю. Когда человек говорит, я хочу пострадать да. Христа, смысл он вкладывает, я готов. Я желаю этого.
если со мной, Господи, приключится, но не введи меня в искушение, понимаешь? Молитва очень наша. То есть мы просим, не испытывай нас, мы можем оказаться не готовы. И сказать, что я готов, это дерзновение, я считаю, нормальное. А можно мне вмешаться? Добрый вечер всем, добрый день. Вы знаете, а для меня, вот, например, я хочу, да, и я готова. Это две разных вещи. Потому что я хочу похудеть, но при этом я чревоугодничаю и ем. У меня нет готовности к тому, чтобы похудеть. Например, я говорю, да? Вот, или, например, я там хочу, да, опять же, как вы сейчас говорите, профессор, но для меня это очень высоко пока еще, я у вас новичок, да? Но готовность, она приходит со временем, мне кажется, готовность Бог дает все-таки. Потому что, знаете, я являюсь консультантом, терапевтом, с химически зависимыми работаю, с алкоголиками, наркоманами, вот опять начну в православном центре работать в воскресенье. Вот. И вы знаете, они все хотят бросить пить, все, но готовности нет, понимаете? Они не знают, как жить без алкоголя и наркотиков, нет готовности. Но они все хотят, говорят, я хочу, да, хочу. И я верю им, что они хотят. Но готовность со временем приходит. Все, спасибо. Ну, пример немножко некорректный. Знаете, я высказалась, я сказала свое видение, свое мнение. Тут опять же понимание Библии, да, для меня очень важно высказаться людям, которые со мной сейчас, да, с которыми я сейчас, да, изучаю Евангелие, свое видение. Спасибо. Я объясню, почему я так сказал. Готовность умереть за Христа и сравнивать с готовностью исцелиться. Но это совершенно разные Согласна. Я и говорила, конечно, это что это не... Да, согласна. Смысл хотения и готовности только просто винегрет в голову внесли и все. Вот. Мы говорим, что желание не нужно искать себе страданий. Вот. Нужно быть готовыми. Желать этих страданий нельзя. Когда человек говорит, я желаю умереть за Христа, тем самым он может гордиться там, или я не знаю. Господь обещает нам, что Он эти страдания не даст нам выше, чем мы можем перенести. Но однако же мы знаем людей, которые не выдерживали этих страданий в тюрьмах, в пытках и отрекались от Христа. Есть среди нас такие люди, они называются исповедники, которым дало право молиться людей. Потому что они знают, что такое страдать за Христа. Когда в морозилке сажают, когда руки выкручивают. Понимаете, мы-то, меня не гнали так, как вот гнали в советские времена. Я не был в тюрьме, сидел сутки, и то только, никак вора, просто вот посчитали, что я штраф не заплатил. Это я сам заплатил. Сутки отсидел, какие-то страдания. По сравнению с тем, как страдали христиане. А что тогда значит «хочу умереть за Христа»? Хочу. Павел говорит, желаю разрешиться, хочу. Павел говорит, апостол Павел, желаю разрешиться, то есть умереть и быть со Христом. Вот это его желание, быть в раю со Христом. Его желание. Но мы, христиане, мы должны желать и быть, но искать здесь на рожон, как бы, сейчас вот, допустим, я приду, вот я хочу умереть за Христа, за правду, я приду, допустим, в мечеть, скажу, ваш пророк, Мухаммед, он же пророк, он от сатаны, мне сразу могут там лишить жизни. Разумно это я поступлю или неразумно? Не знаю, примет. Это самоубийство, да. Примет. Вот этого не нужно делать. Специально. Как бы. Вот, но были, знаем, в житиях святых, там вот христиан ждут. И люди говорят, да, я пойду тоже.
Давайте, можно я еще одно слово скажу по поводу этих страданий, потому что мне так кажется, что есть ложное какое-то восприятие, что страдание — это какая-то награда или благословение. Это не так. Благословение — это нормальная, как бы, радостная жизнь, радость и мир. А страдание — это средство, это лекарство, это ну как, ну, не является, как бы, целью, в общем-то, веры. Это средство, это борьба, то есть это и если мы не попускаем себе достаточно работать над собой, Господь наказывает тех сынов, которых любит, и посылает, и как вот Игнатий Тихонович вчера прямо сказал, что это все ржавчину счищает. Вот. Всякое такое есть, да, но это не есть, не надо путать, это не есть благословение. Поэтому искать это безумие, это равно это самоубийство, есть грех. То есть, если ты идешь на это дело, ищешь это, то ты ищешь самоубийство. Ну, не знаю, то есть вот так вот немного разделить. Но страдания через посты, через труд самоотверженный, должны всегда быть как бы пучком. А что это такое тут? Это же больно, понимаешь? А когда растекаемся, так Господь по башке бьет. А бывает такое, не растекаемся, но все равно надо идти биться. Ну вот и все. То есть готовый воин, он идет дальше, получает крещение огнем. Вот так вот. Ну еще хочется. Можно мне... вот я открыл вторую главу книги Иова. И там увидел в книге этот диалог Бога и сатаны. Сатана задает вопрос. Говорит, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. И диалог там идет. И Иов как бы стоит вот посередине, и за Иова идет война. И вот кто победит? И Иов страдал. Страдания были у него. Он прошел эти страдания. Грешил ли Иов? Конечно, он был. Сказано, что он человек Божий был. Вот. И богобоязнен. И поэтому страдания, пришедшие в жизни Иова, они были заслужены Иовом или нет? Или это была награда, или это было наказание? Вот тут такое дело еще. Это было и не награда, и не наказание. Это было своего рода проверка. Сатане показать, что верные Богу людьми, верные ему до конца, что бы с ними ни случилось. Он и не слышит. Это испытание. Да, испытание через страдания, да. Но я предупреждаю, что многие христиане, будучи в вере, этих испытаний не выдерживают. Примером тому апостол Петр. Господи, трижды отречешься от меня. На Христа арестовали, и ну, просто его заподозрили, что он был со Христом. И он говорит, нет. Я с ним не был, он отрекся, потом горько плакал. Знаете, Господь простил его. И Иуда понимал, что он предал кровь невинную. Однако повесил. С Иовом было попущение Господне. Ну, есть такое место Писания, когда слепой был, и спрашивали, а кто он? От рождения слепой, кто согрешил, он или родители его? Никто не согрешил, это ко славе Божией. Вот Иов претерпел это страдание ко славе Божией и к восстановлению сатаны. Вот, если мы в испытаниях, в гонениях выдерживаем и не отрекаемся от Христа, не отрекаемся от православной веры, Бог прославляется, а сатана, надеющийся, что мы отпадем из-за страданий, проклянем Бога, как жена подошла к Иову и говорит, ну прокляни Бога и умри. И кончится твои страдания. Вот ты говоришь, как одна из безумных. И друзья к нему подходили, там тоже ведь мозг ему вывели. Каково это ему было слышать от друзей? Вопросы, пожалуйста, у кого есть. У меня, Сергей, к вам вопрос. Я все-таки, знаете, не понимаю, хочу умереть за Христа. Вы знаете, получается, каждый христианин должен хотеть умереть за Христа.
А если он не хочет умереть за Христа, получается, что он плохой христианин? Да. Угу. Понятно, спасибо. То есть, я прошу прощения. Не-не-не-не. Вопрос, вы не поняли ее вопрос. Она спрашивает готовность. Вот ответ был такой, вот типа, если ты не готов на это пойти, то, ну, когда нужно будет вот это, да, не христианин. А так, кто хочет страдать? Да никто не хочет, конечно. Зачем это нужно? Но если нужно, значит, тогда собрался, подпоясался и пошел, все. Мама дорогая. Если ты до страданий уже включаешь заднюю, говоришь, я не хочу страдать, я не выдержу. По скромности своей, то Господь тебе пошлет такие страдания, которые ты не видишь. А если ты говоришь, да, как Петр, да я за тобой и в огонь не входу, ну, Господь показал, да ты без меня и... Да, согласен. Это другая крайность. Вот. Поэтому тут надо вот понимать. Можно чуть-чуть, я тоже. Пару слов буквально, если поблагословите, да? И вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Вот как бы благословение, да, благословение, и страдание благословение, и наслаждение благословение, все. Как дождь, Господь дождит и на праведных, и на грешных. Все это благословение. Просто почему сказано, чтобы мы возлюбили страдания? Мы не то, чтобы искали их, нет, неразумно, потому что мы можем потом или возроптать, или не выдержать страданий, да, и вот. Но если посылаются, всегда все принимать с благодарением. Да, да. Почему такое вот? Я вот тоже практически живого места нет, да, но я, слава Богу, благодарю за все, за свою шею, за все, я благодарю. И посмотрите на, ну, если я еще как бы прошу, чтобы не возроптать, чтобы меня, если можно, Господь исцелил там, то смотря на брата Козлова, я смотрю, человек, который говорит, нет, не хочу быть здоровым, хочу быть так, как посылает мне Господь, то, что мне Господь послал, вот, и в этом положении я славлю Бога в том положении, в каком есть. Вот. Такая вот ситуация. А не просто там, это благословение, это Господь послал благословение такое. Это благословение. И в этом человек чувствует благословение. Не то, что рожден свыше. Что я в любом месте, как бы ни был, я всегда славлю Бога. Всегда это мое благословение. Это для меня благословение. Вот шея кривая у меня. Да, это благословение. Это боли страшные, да, благословение. Слава Богу за все, вот как. А иначе нельзя. Это благословение Божие. Вот. Если претерпел до конца, да, мне такое, а не хочешь такое, будет тебе другое, где ты, может, вообще не понесешь этого креста. Ну, не понесешь ты. Ты вот тебе, на тебе это хватает, вот так вот терпеть. Слава Богу, вот терпи так, а иначе и этого не понесешь. Тебе даст Господь другой крест, и не понесешь. Слава Богу, Господь. Вот, далее. Я благодарю, времени мало остается. Геннадий Тихонович, вы что-то хотели сказать? Да. Вас смутило слово «вождя» с маленькой буквы. Я за это время посмотрел около десятка изданий Евангелий, Гедеоновое издание, Русской православной зарубежной церкви, все с синодального перевод. Половина с маленькой буквы, половина с большой. А почему? А никто не знает. Толкование дается на то и на другое. Вот говорит, бойтесь ей, говорю, бойтесь того, кто может и душу погубить в гиене. Того, кого? В одном Евангелии с большой буквы Бога бойтесь, а в другом дьявола бойтесь, чтобы он не погубил. А что, то и другое действительно. Так что рассуждения эти, они касаются, а как вождя? Ну, вождь, Моисей вождь. Там фюрер, тут дучи, как угодно назови. Вождь тот, который ведет. А что, спасителей много? Да, он посылал спасителей, то есть временно от гнета иностранных захватчиков.
они так и называются, судьи, и давал спасителей. Так поэтому и оправдано, что мы обращаемся к Божьей Матери, спаси молитвами твоими, преблагословенная Матерь Божия. Вот это споров тут никаких не может быть. То есть то и другое приемлемо равно. Я сейчас отходить буду уже 24 минуты, потому что у меня назначены встречи определенные, и люди придут, чтобы не задержать. Какие вопросы есть? Вот женщина тут говорила относительно того, а Сергей ответил, если человек отказывается умереть, то как это, плохая вера? Нет, не так рассуждается. Вот Сергей Ильин объяснял, вот это именно так и надо. За все благодарю. Ну, пример возьмем кого? Афанасия Александрийского, патриарх, святой. Его не могли поймать никак. И он не то, что не готов был, а он знал, здесь я нужнее. Итак, апостол Павел в корзинке был спущен, что не готов умереть, готов, но для вас нужнее, чтобы я был среди вас. Вот и как надо понимать. И не так, что я сейчас пойду, и когда такие были, которые сами себя, Гурий, Самон, Авив, святая Дросида, они выходили и передавали себя в руки. Церковь запретила это делать. Запретила. Отец ее Троян разжег доменной печи и сказал, христиане, избавьте нас от наших усилий искать вас. Вот печь горит день и ночь, бросайте с нее сами. И христиане стали приходить и бросаться в огонь сгорать. Ну куда это говорится? Самоубийство. Самоубийство никогда не было поощряемо. Их даже самоубийц хоронили вне кладбища. Вот поэтому готовность определяет Бог. Вот я поехал, когда последние поездки были две. Ну, мне люди очень большого звания такого. Это ты уж все равно тебе ищешь только умереть за Христа, этих-то за собой тащишь. Куда мы поехали? Нас никто пальцем не тронул. Ни в Турции, ни в 6 мусульманских республиках. 3 раза в Чечню прошли. Бог. А мы готовы были? Да один Бог знает. Я думал, готов. Некоторые вышли, а потом отреклись. Вот ведь как может быть. Поэтому гонят в одном городе, беги в другой, не потому что не готов, это повеление прямое. Господь сам бежал, это великий беглец Златоуст, говорит, с большой буквы, бежал в Египет. А не так, я не боюсь, мне ничего не сделаете. Так нельзя рассуждать. Готовность определяется ежедневно, самоотречение. А как Господь повелит, когда даст мне перейти этот Рубикон, Его святая воля? Я не готов болеть, как Сергей. Я вот сегодня грохнулся об асфальт, веревку разбросили, я не видел, нес груз и ударился, и руку протянул, и то ли треснуло до локтя или что там сильно об асфальт. Ну, левая рука, я встал и поблагодарил Бога, левая, правая-то у меня целая, креститься могу. А у других ни одной руки нет, вот, ни квучич. Сразу нашел, которым труднее. Не то, что я не готов, а Бог его знает, а может и не готов. Только думаем о себе так, когда дело-то дойдет, как Петр, ты начал отрекаться, все отрекутся, только не я, не тут-то было. Господь и показал, ничтожно все. Так, и вопросов, если нет, меня может Сергей уже отключить сейчас. У меня время совсем тут нет уже. Благодарю вас всех. Спасибо, Игнатий Тихонович, объяснили. Спасибо. Спасибо, хорошо вы ответили, вопрос задали, мне понравились занятия. Хорошая. Походу, Скляренко Николай тоже активный.